это небольшое мини-видео от Stoneface. Я решил просто немного повеселиться. Короче, нашел на карте, видите, нажимаете Red Net, очень есть награды. Я поставил себе скин зараженного Хеллера. Дальше, все усилители способности. Так, короче, тут просто сейчас будет же все бонусные предметы. Так, что тут у меня? Блин, ладно, я даже, по-моему, забуду. Так, надо выкинуть гранатомет, я вам покажу. Смотрите, ну-ка. Ну что? Ты чё? А, ударная группа, здорово. Ну чё, кто для меня? Кто суперциклоп? Еще видите, у меня антигравитационное поле. Так, и теперь самое веселое. Сейчас мы возьмем в руки одну очень клевую пушку. Это термобаллистическое оружие. Короче, там... Да. Блин, за это я люблю эту игру. Ну чё, чуваки? Короче, у меня еще режим хаос, так что видите, у меня везде эти солдатики. Устрою незаметный артобстрел. А, ну и смотрите, как выглядит зараженный Хеллер. Короче, в описании написано, что играть за него сложно, потому что вместо, короче, любой речи он говорит только в атаку. Ладно, у меня не получилось. Блин, охренеть. Блин, я давно так не веселился. Блин, вы смотрите на это. Блин, ну это просто вакуумный, кто играл в Red Alert, это вакуумные бомбы. Очень похоже. Кто по мне пальнул? Получили газы, а? Ударная группа. Сервер. Пам!
меня антигравитационное поле это что-то. Так, посылки еще забавные фишки там есть. Так, есть так. Схватите предмет, бросьте. Так, понятно. А, я могу бесконечно летать. Ярость минус, так, а бонусные предметы, окей. Можно, о, слушай, офигеть, надо попробовать. Так. Человек-гидро. Так, рукопашная, воздушная атака. Окей. Значит, рукопашная воздушная атака, вышибала и человек-ядро, окей. Для этого нам нужно... Как-то я странно хожу. Ну ладно. Ну, видите, я могу бесконечно летать. А, вот да, бросок Мерсер, точно. Чувак, чувак, иди сюда. И на! Блин, я буду делать это бесконечно. Так, ладно, человек-ядро. Так, стоп, человек-ядро. Так, в чем смысл? Что-то я не понимаю. Так, вот я беру... Нет, автомат нафиг. Беру зараженную. А, отличный вихрь электромагнитный. Смотрите, я могу просто прыгать, и они будут сами... Ладно, теперь мы займемся делом. Не, в ту сторону, ты чё? Так, возьмем мои любимые пушечки. Так, это диамант. Жалко, что не сделали там возможность поднимать танки. Стоп, помню, я что-то еще запустил. Так. А нет, это я пробовал. А, разрывать на куски голыми руками. Это должно быть интересно. Удачного полета! Блин, бедная баба, смотри, она летает. Полет! Но! Сука, так здорово.
Поберегись! Так. Я хочу солдатик сажать. Бля, они улетают, когда я покажу. Я ничего не могу сделать. Давай, машина, вали отсюда, ты мне не нравишься. На тебе удар волновой ногой. Это я понимаю, тотальный хаос. Блин, slow motion просто в тему. О, чувак из дозора. Не ожидал. Ну, интересно, а что смогут сделать мои любимчики? Вот у вас цель. Вы чё? Enough! Эй, я хотел слетать на этом вертолете еще. Вы все уничтожили. Не, знаете, я солидарен с этим чуваком. Короче, я не знаю, ребята, такое ощущение, что это реально другая игра. Но она... Я не знаю, я никогда не играл в более веселую игру. Все отлетает. Вот это, не знаю, концепция веселых шутеров. О, вертик, вертик, отлично. Они меня обогнали. Чё это за чайки? А, это куча мусора. Да, мне было бы страшно. Так. И теперь полетим вот сюда. Thank you.
Нет, вам не взять меня живым. Ударная группа, где ты? Да где, кто по мне стреляет вообще? О, лазер из глаз. Кто-нибудь еще? Не, я даже не успеваю стрелять по ним, они слишком быстро умирают.